Приветствую всех. Одесса, 9 февраля 2024 года. Аркадия, вечерняя Аркадия. Что у нас в Одессе? Все спокойно. Буквально минут 20 назад писали про какую-то ракетную угрозу. Вот. Якобы была угроза баллистики с Крыма, но тревогу официально так и не объявляли в нашем регионе. Поэтому можно сделать вывод, что обстановка спокойная. Там, кстати говоря, сегодня была информация о том, что с аэродрома Оленьи, это Мурманская область, летело порядком 7 стратегических бомбардировщиков. И, по-моему, они приземлились где-то в районе Энгельса. Вот. А очень часто именно с Энгельса осуществляются пуски ракет, вот этих А-101, Х-555. Ну и с Энгельса гораздо ближе лететь до Каспийского моря, тоже откуда во совершаются пуски. Поэтому, соответственно, можно сделать вывод и предположить, что, может быть, даже сегодня ночью или завтра утром будут попытаться нанести ракетный удар очередной. Вот. Ну, это только предположения мои сугубые. Может быть, это был просто перелет, передислокация. Но неизвестно. Вот. Будем смотреть, будем наблюдать. В случае тревоги обязательно на нее реагируем. В Киеве, там на Майдане, собрались люди. Кричат, чтобы вернули Залужного. Не знаю, к чему это все приведет. Вот сегодня Залужному и Буданову дали Героя Украины. По объятиям Залужного и не скажешь, что у них какие-то контры с Зеленским. Даже Буданов Зеленского не обнимал, просто пожал руку и все. А Залужный прям обнимался, как с родным. Вот. Просто ж многие говорят, что у них там конфликт какой-то. На самом деле не наблюдается. Ну, а там, как его, неизвестно. Вот. Но люди собрались там, причем немало, десятки человек. Что будет происходить, будем наблюдать. Опять же, за новостями данными. Сегодня сообщал о том, что ТЦК теперь будут работать круглосуточно. Что у нас еще из новостей таких глобальных? А, кстати говоря, по поводу сегодняшних мобилизационных мероприятий, я немножечко там вкратце сообщал, показывал даже кадры. Сегодня, значит, был инцидент, остановили машину, мужчина не остановился, начал ехать. И я не знаю, то ли военный, то ли полицейский, в черной форме какой-то мужчина с локтя разбил стекло. Вот. И я еще даже подумал, когда смотрел это видео, я подумал, как он так разбивает стекло, а вдруг там ребенок сидит. Очень часто же дети сидят, да, на заднем сиденье, маленькие дети в этих, в креслах. И оказалось, так оно все и оказалось, на заднем сиденье сидел ребенок, потом уже очевидцы снимали, ребенок кричит, мужик этот выскочил с машины, орет, ты типа, что творишь, у меня ребенок на заднем сиденье. То есть представьте, эти стекла полетели в ребенка, могли порезать, или может быть порезали даже, вот. Такое ощущение, знаете, что это какой-то преступник там вооруженный, убегал от них на машине, они начали еще погоню открыли по машине. Честно, мне кажется, скоро до того дойдет, что они просто будут применять оружие к уклонистам, там, к мужчинам, которые не выходят с транспорта или которые там уезжают на машине, просто будут открывать огонь на поражение. Мне кажется, скоро до такого дойдет. Потому что, если честно, уже просто нет никаких границ. А если сейчас примут закон, вот этот новый про мобилизацию, где там... Я тогда представляю, как это развяжет руки всем ТЦКшникам, и что тогда будет твориться, это будет, конечно, страшное что-то. Вот. Ну, поживем, увидим, как говорится, что будет. Такая сегодня Аркадия, видите, вечерняя, гуляют люди. Потеплело, людей стало больше. Было холодно, народа в Аркадии не было практически вообще. Ходило два человека, и то непонятные, залетные какие-то. А сейчас прям гуляют серьезно. Так это вечер, ребят, вечер. А днем гораздо больше. Сегодня паблики публиковали там с Ланжерона. Там просто народу было как летом, реально. Очень много людей. Сегодня была шикарная погода. Тоже у нас плюс 16, плюс 17. Такая плюсовая температура. Аттракцион крутится. Там, по-моему, никого нету. А, нет, есть он, два человека. Гуляют люди, гуляют. Даже сейчас вечером погода очень приятная. Тепло, ветра нету, сухо, ничего не сыпется. Так классно. В некоторых регионах Украины снег, холодно.
А у нас плюс, короче, плюс 15, плюс 17 уже который день. Я так понимаю, уже морозы в Одессу не придут. Ладненько, всем хорошего вечера. Подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео. Пока.